его убрали, и как бы за Залужного все были готовы, и сейчас его убрали, то есть сейчас пойдет все, крах будет, ну, как помню. Будет крах самый в политическом или в военном плане? Нет, в военном, мне кажется. В военном плане будет крах, ну и у меня просто такое мнение, что ну, все делают к тому, чтобы просто мужиков не осталось в Украине. Влади сидят именно те, которые вот, ну, просто крадут деньги, и ну, Зеленскому выгодно, чтобы больше типа давали в Украину деньги в другие страны, и Польша, и Америка, все другие, те, которые нам помогают, и они будут больше и больше красть. Я думаю, що це нормально, що періодично людей потрібно змінювати, тому що завжди потрібна якась людина, коли довго засиджується на одному місці, в неї замилюється око, і тому потрібна інша якась людина.